Займемся оформлением нашей вертикальной планировки. Для начала добавим подписи проектной горизонтали. Для этого во вкладке «Аннотации» нажмите на иконку добавления меток. Объект выберите «Поверхность», тип метки «Горизонталь несколько». В качестве стиля метки основной горизонтали задайте метки проектных основные горизонтали. В качестве стиля метки вспомогательных горизонталей выберите стиль метки проектных вспомогательных горизонталей. Нажмите «Добавить», нажмите Enter и из списка выберите поверхность «Проектная поверхность». Затем просто укажите местоположение наших подписей.